друзья, что мы будем делать сегодня, Алис? Яички. Мы будем украшать яички на Пасху. Да. Вот у нас есть здесь вареные яички. И у нас есть всякие украшения. Есть вот такой вот специальный набор украшений. Да, сейчас я открою, и мы посмотрим. Да, можно делать вот такие вот красивые яички пасхальные. Дело в том, что католическую Пасху отмечают раньше, чем православную. В этом году почти на месяц раньше. Да, красиво. Поэтому мы уже начинаем сейчас потихоньку готовиться. Украшаем яички. Смотрите, здесь у нас есть вот такие всякие штучки. Есть красивые наклейки. Давай еще вот такие наклейки. Вот. Это корзиночки сделать, подставочки, чтобы. Здесь вот такая вот красивая гофрированная бумага. Тоже ее здесь положу. И вот у Алис еще есть такие наклейки Hello Kitty. Она будет делать яичко. Ты уже делаешь? Ты делаешь уже яичко какое? Смотри, делай как на модели. Вот здесь вот есть красивые модели. Можно сделать яичко зайчика. Или яичко с бантиком, или цыпленка. Давай, ты какое делаешь? Что там к тебе прицепилось? Глазик. Ты глазки украшаешь? Ты глазки наклеиваешь? Да. Давай. Ну-ка, покажи, что ты уже сделала, давай-ка. Алис уже сделала, посмотрите-ка. Вот уже глазки, носик есть. У него и усики даже приклеила, молодец. Давай-ка я тебе сделаю корзиночку, подставку. Мы его поставим в красивую подставку. А ему надо еще ушки приклеить. Смотри, Алис, давай отсюда возьмем ушки. Сделаем ему ушки твоему зайчику, давай. Смотрите, там шоколад. Нет, шоколад есть не здесь. Тогда ты красиво украсишь свои яички. Зайчик пасхальный, возможно, принесет тебе шоколадное яичко. Ищи здесь ушки. Спасибо. Вот, есть такие штуки. Такие. Вот они, ушки. Давай-ка мы их приклеим клеем, наверное, да, эти ушки, чтобы они хорошо держались. Вот какой зайчик у Алис. Делай, Маша, все делать его красиво получается. Да, молодец, глазки такие. Вот, там еще были вот такие вот корзиночки специальные. Подставочки, вот, чтобы ставить вот так яички. Вот, Алис немножко низко наклеена, ничего страшного. Зайчик готов. Это у нас будет котенок. А может даже Мишка. Смотри, Алис, можно ему вот такие ушки приклеить. Смотри. Вот, с зелеными ушками. Алис, смотри. Привет. Я яичко Мишка. Или кто это? Это не зайчик. Это не зайчик? Нет, это не зайчик. Это кто? Это Мишка. Это Мишка? Да. Это Мишка, Алис говорит. Но у него странные усы для Мишки. Ну, не важно, ладно, пускай будет такой. А это яичек. Привет. Вот такое вот яичко получилось. Это самое. Так, я хочу сделать одно яичко, все с драгоценными камнями, с красивыми цветочками. Оно было очень нарядное. Сейчас посмотрим, как это у нас получится. Просто обклеим его красивыми наклейками со всех сторон. Вот, например, такими цветочками. Да, все я тоже украшаю. Разноцветные вот такие желтенькие. Спасибо, моя хорошая.
вот так. И мы еще можем добавить сюда драгоценных камней. Я тебе хочу. Смотри, у нас еще есть драгоценные камушки тоже, очень красивые. Алис, посмотри-ка. Это камушки, они тоже приклеиваются, как наклейки. Только очень аккуратно, они маленькие. Их немножко посложнее. Нужно их осторожно тогда делать. Да, давай я тебе помогу. Они отцепляются целыми, да, вот такими вот полосочками. Отцепила целую полосочку. А, ты можешь, да, вот так прям всю полосочку приклеить. Тоже очень красиво будет. Смотри, здорово ты придумала. Вообще-то это снимается вот так полосочка и приклеивается отдельно. А может быть это можно делать, как вот Алис делает. Тоже получается красиво очень. Ой, это у тебя прямо корона. Это же принцесса, правильно? Давай помочь тебе, Алис. Или нет? Сама хочешь? Ну давай сама. Настоящая принцесса. Только надо понять, где у нее верх, а где низ. Да, а то у тебя как-то получается немножко странно. Внизу цветочки, а вверху корона. Значит, тогда глазки здесь. Ты знаешь что? Возьми усики и сделай ей реснички. Алис, реснички из усиков. И будет очень хорошо. С таким. С таким. Да, сделай это, смотри, вот сюда наверх, это получится реснички. Нет, вот сюда сверху, сверху, вот здесь на глазках. Вот, смотри, как здорово ты придумала, видишь? И получается реснички. И второй глазик бери, второй усы, усы, вторые возьми и будет. Вот, Алис решила сделать такие. Я тем временем украшаю свое супер красивое яичко. С драгоценными камнями. Оно уже вот какое красивое становится. Ну и как? Покажи мне твою принцессу. Ой, какая красота, Алис. Смотри-ка. Посмотрите, какую красивую принцессу сделала Алис. Глазки. Теперь на голову ей нужно еще что-то. Бантик какой-то. Может быть, завяжем бантик вот такой из веревочки. И приклеим его. Да? Хорошо, давай я сделаю ей бантик. Какой, розовый, наверное, да, для принцессы? Подожди, сейчас я помогу тебе. И вот у нее бантик такой. Смотри, Алис. Алис, посмотри. Красиво? Вот такую чудесную принцессу Алис сделала в короне с бантиком. Давай для нее тоже подставочку сделаем красивую. Вот такую подставочку возьмем. Вот. Подставочка. И ты такое можешь сделать. Возьми еще одну яичко. Вон осталось вот это. И возьми, сделай. С камушками его, оборачивай камушки с цветочками. Получится очень красиво. Красота, вот это да, да. Красиво летит. Кокачин. Я сеть цветочки. Я сеть. Ты все цветочки сделала? Бим-бам. Покажи, какое у тебя получилось. Ты закончила украшать цветочками яичко? Да. Ну-ка, покажи-ка мне, какое получилось оно. Посмотрите, какое у Алис получилось чудесное яичко. Просто вау, настоящее вау, яичко вау, Фаберже. Вау. Да? Я вот тоже закончила свое яичко. У меня получилось тоже яйцо Фаберже. Все в драгоценности. Ты закончила или нет, Алис? Я жду, мы должны показать ребятам, как мы сделали. Ты закончила второе, вот это вот, которое ты сейчас делаешь? Давай-ка покажи. Вот, Алис сделала вот такое еще одно очень красивое драгоценное яичко. Покажем теперь все, которые... Да. Вот у нас есть, посмотрите, получились. Еще одно. Да, вот у нас получилось одно вот такое вот. Вот такой вот зайчик с ушками.
Вот, Орис получился вот такой вот зайчик, или это принцесса, яичко-принцесса такая. Одно вот такое вот. Вот такое вот яичко, драгоценное Фаберже. И даже у нас есть вот такие вот яички Hello Kitty. Вот, с одной стороны, это Алис сделала вот тоже такую принцессу. А с другой стороны, Hello Kitty. Даже вот здесь написано Hello Kitty. Вот такое яичко Hello Kitty. И даже вот у нас есть вот такое вот яичко клоун. Посмотрите-ка. Вот с такой прической, с таким носиком. Вот такие вот у нас получились яички. Всем пока! Всем пока! Мы вам желаем хороших праздников и веселых каникул. Пока, друзья! Пока, дети!